Владимир Иванович, давно вот. Что-то ты не заходил. Да вот, как дела? Ты где был? Спал, что? Дома лежал. Спал, что? Ноги парил хоть? Ноги парить надо постоянно. Обязательно. Ноги парить надо. Что нормально, Олег? Что ты, блядь, прям все? Сам и заедись. Да пойдем. Как кость, так и кость. Как? Да ничего. На лени ходил сейчас? Уже лучше, Владимир Иванович. Кто на лени? Лежал. Лежал. Что, какие мысли посещают, Олег? Ты задумался, вот триммер можешь взять попробовать. Покосить. Там стулья подписчики прислали, батя с матерью. С чата. Катя, Денис. Получим, покажу. Огромное спасибо вам, Денис и Катя. И все подписчики с чата. Всем абсолютно. Конечно, конечно. И Ютуб, и Телеграм, и все соцсети. Всем вам привет, друзья. Кому интересно, забегайте по ссылочкам. Все ссылочки в описании. Присоединяйтесь во все наши остальные соцсети, которых у нас предостаточно. Все ссылочки на главные. Что-то порядок дома. Травы нету. Травы выкосил ты, сваток. Молодец, Владимир Иванович. Хорошо, да, хорошо. Хорошо. Она им нужна, да, Иван, все трава. Это не нужна трава. Кого им кормить-то? Он один кир вообще не рвет. Блин, они вообще там никому не нужны были. Что там, Кира? Добралась? Да, доехали. Все уже в Анапе. Вик, моя жена, смотрела, говорит, слава богу, говорит, нормально. Уже на море, да, уже купались. Привет передали всем. Да, Владимир Иванович. Как? Да ничего, уже лучше говорю. Денег дашь? А что, надо? А что хотел-то? Сигарет. Да найдем. Давай. А что делать-то будешь потом? Сигарет возьму. И что? И куда? Домой. Домой опять? Молока, муж, возьмет. Молока. Что ты стал домашний, Владимир Иванович, какой-то? Скорее домой. Все спишь и спишь и спишь целые дни. Домой, домой, домой. Ну, значит, успеем сегодня добить, да? Да, добьем, Сань, сейчас. Тихонечко, тихонечко пробьем. Чё? Это уже половина. Сейчас выкошена. Добьем, все до земли, да, как положено? Конечно, да. Сюда косим. Без проблем. Подписчикам привет. Новый покос. Новый косильщик появился. Едем дальше. Едем дальше, да. Косильщик. А это больной немножко, бригадир пока что сегодня. Бывает. Чудочек заболел. Сейчас я выйду с больной, будешь стажироваться у меня, блядь. Конечно, поблёк. Это ты пока не стажировался. Ну что, Владимир Иванович, за сигаретами пойдем. Знаешь, ничего. А? За сигаретами, говорю, пойдем. А? Или что? Ты что, замерз? Ну, фуражку надевай. Сегодня ветерок. Прохладненько. Пинжачок. А что не деньги? Не в деньгах же счастье. Курить возьмем. Пойдем. Мороженое возьмем. Квас возьмем. Молока возьмем. Что еще надо-то? Давай. Олег, ты за старшего, мы сейчас придем. Надолго ли? Да нет. На сколько примерно? А зачем тебе? Ты просто. Ну для чего ты спрашиваешь? Зачем, Олег, скажи. Ну сколько бы ни было, все равно придем. Или у тебя свои планы какие насчет этого? А? Не, ну мне просто потом надо сходить в этот. В этот? На завтра договориться, чтобы не укололи. А, да это мы успеем все. Сейчас я быстро. 10 минут. Сейчас Владимир Ивановича там подзатарим. Да придем. Что у вас там, поломка? Да нет, сейчас кеску заменим и все. Ну ключ-то несешь или нет?
У тебя, я тебе его отдавал. Сваток, смотри, ключи не порастеряй. Вот,